где-то хранит его имя в секрете, вдохнул в нее новую, неизведанную доселе жизнь. Вкусных ресторанов, дальних путешествий, дорогих магазинов и эстетического наслаждения бытия. Ей хватило совсем немного времени, чтобы превратиться из Золушки в принцессу и переехать с тренировочной базы на озере Круглое в московскую квартиру. Начался период съемок в журналах, телевизионных интервью, проходов по подиуму на показах элитных модельеров. Света наконец-то дала согласие на начало репетиции в театре у Сергея Виноградова, который обращался к ней с этим предложением еще после Олимпиады в Атланте в 96-м году. Ни один мужчина мне столько лет не ждал. Но 6 лет, простите. Подобно ее героине, Бренди Венус, влюбленная в великого Генри Миллера, Коркина увлечена. Увлечена ролью, тем, что любовь – это то, что ей так нужно. В ту ночь, когда я собралась посетить лекцию Генри Миллера о актерском мастерстве, мой дом сгорел. Я не попала на лекцию, но через 3 недели я решила с ним встретиться. А дальше не скажу. А как же гимнастика? Ведь обещание готовиться к Афинам подарило многим зрителям надежду на то, что королева все еще с нами. Да, это такой большой вопрос, жирный вопрос. Конечно, времени не так уж много уделяется гимнастике. Но если так философски подумать, мне уже не надо очень много времени, чтобы поддерживать форму. Но сейчас я не в форме, поэтому надо много времени. Конечно, честно сказать, я устаю, я не высыпаюсь. В то же время мне нравится, я люблю гимнастику, и мне нравится подиум, мне нравятся съемки в журналах, мне нравится давать интервью. Похоже, Светлана и вправду вошла в роль, которая ей так нравится. Но ведь именно за ее все еще детское кокетство, но во взрослой жизни, мы и любим Коркина. Чемпионат России, хочу признаться, это будет просто выход на сцену, помост, подиум. Там будут представлены новые вольные упражнения. Я думаю, что надо, если я собралась идти на 3-ю Олимпиаду в Греции, надо представить эти вольные, именно эту композицию у себя дома. Я должна прочувствовать зрителей, я должна посмотреть, как они принимают. Я должна посмотреть, вообще принимают ли меня они еще.